Макет винчестера со скобой Генри от компании Denix. Интернет-магазин «Попади в десятку». Эта винтовка известна многим из нас по вестернам и фильмам про ковбоев. Сделан этот макет из металла, латунного и черного цветов и деревянного приклада. На прикладе здесь есть крышка, как у наших АК под пенал, но она бутафорская и не открывается. Для того, чтобы во время переноски скоба сама не открывалась, здесь есть небольшой предохранитель, удерживающий ее. В этой модели патроны заряжались сбоку, с правой стороны. Целик у винтовки складывается и раскладывается. Его можно регулировать на разную дистанцию. Весит этот макет 3 килограмма, а его длина 1000 миллиметров. На левой стороне корпуса есть одинокое кольцо, за которое его можно подвешивать. При перезарядке скобы затвор движется, а курок переходит в заряженное положение. Нажатие на спусковой крючок производит имитацию выстрела. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.